Безопасность превыше всего, как уже неоднократно было подтверждено. При пожаре счет идет на секунды. В ДВФУ установили новую систему защиты эвакуационных выходов и сразу же ее проверили. Функционирует ли, выясняла Эльмира Мамедова. В Дальневосточном федеральном университете учебная эвакуация. Но сегодня проверяют не только уровень подготовки студентов и работников к чрезвычайной ситуации, но и новую пожарную систему. Все ли двери открылись? Ведь теперь при срабатывании сигнала тревоги выходы разблокируются самостоятельно. Аварийные выходы в целях безопасности всегда закрыты. Раньше, как только срабатывала пожарная сигнализация, охранник буквально вынужден был бежать с ключом и открывать двери. Сейчас стоит только сработать сигнализации, и дверь открывается автоматически. Алло, ну что там у вас? Все двери открыли? Точно? Все проверили? Люди эвакуируются? Все, хорошо, принял. Давайте, работаем. Учебная тревога прошла успешно. Все замки сработали, люди оперативно эвакуировались. Пожарная комиссия подводит итоги проверки первого корпуса, оснащенного новой системой безопасности. Поскольку площадка является местом проведения различных международных мероприятий, то было принято решение оснастить данный корпус этой системой. Это первый из корпусов, которые мы оснастили этой системой. Впереди другие корпуса. В ДВФУ, центре крупнейших событий Дальнего Востока, безопасность превыше всего. Систему защиты установили уже в 17 выходах, а до конца года такие замки появятся во всех учебных и гостиничных корпусах, а это более 150 дверей. Эльмира Мамедова, Александр Кононенко, «Панорама».